Товарищ генерал, полковник Бородин по вашему приказанию прибыл. Слушаю вас, товарищ полковник. Товарищ генерал, вину за инцидент с участием солдат в веренной мне части готов принять на себя и отвечать в любой инстанции. Действия своих солдат в отношении нацистов считаю полностью оправданными. Ну, во-первых, не нацистов, а членов национального движения «Возрождение Руси». А во-вторых, наивысшая инстанция – это я. Товарищ генерал, я не хочу жить в такой возрожденной Руси, где солдат, защищающий свою родину, не может защитить свою честь. Мой отец не для того воевал в 45-м с фашистами, чтобы 60 лет спустя эти говнюки глумились и издевались над его мундиром. А вы знаете, что один из этих говнюков – это мой племянник? Я знаю, но это не меняет моей позиции.